Бля, водички пить хочется, попью. Попей, конечно. Да я ж зашел, я пока ходил, я. Ну я ж не пожал утром, потому что рано я так не брюк вставать. Я чай попил, поехал. А там ждайте, все это. Я вспомнил, что в Макдак же я хотел попробовать эту штуку. Как там, Техас бургер. Ну да, обычный бургер, как бы, я не знаю. Он типа чуть-чуть остренький, ну и все как бы. Я не знаю вообще, я уже не разбираюсь в этих. А, я картошку, да, эту взял, но с картошкой прикол, сейчас думал, что ее нет. Ну, а Кася попросту спросил все-таки, бля, у вас Техас эта картошка есть? Он говорит, есть. А в меню нигде вообще нет, ни на каких табличках не высвечивается. Странно. Да, непонятен прикол. Он сказал, есть, и да, реально мне принесли. Бля, картошка капец, конечно, сытная. Ну, там какие-то кусочки, вот эти ошметки бекона или какая-то хрень непонятная. И типа соус, но непонятно, то ли это соус, то ли реально полусыр, он какой-то прям густой такой, очень сытный, капец. То, что осталось от бургера, короче. Да, да, то, что осталось. Ошметки просто сюда слили и подороже сделали, я не знаю, сколько там, 100 с чем-то, по-моему. Да, лучше обычный, короче, взять с сыром, соусом. Или вообще без соуса. Ну, я так попробовал, конечно. Временная акция, интересно, мол, что это здесь. Там еще кассирша такая была, блин, типа, как фотомодель какая-то, но она такая заебанная была, все недовольны. Я думаю, бля, она первый день, что ли, или она вообще уже как бы готова прям сейчас просто послать всех нахуй и уйти. Ну, она такая, знаешь, прям, ну, видно, когда человек со вдохом постоянно так вздыхает, такой грустный. Нет, фотомодель, как ты определил? Красивая? А, не, она красивая, да, просто такая прям, ну, худая вся такая, ну, лицо такое, то есть, я не знаю, как описать, ну, короче, как, не знаю, как фотомодель какая. Ну, или не фотомодель, а просто модель такая. Видеомодель, может быть. Ну типа в одеждах, которые вот эти ходят. Понятно. По подиуму, вот такая примерно. Я просто в Макдаке такого, по-моему, не видел. Вот. И она такая вся вздыхает. Я думал, сейчас прям на мне там, но она сдачу, видимо, не могла найти. И передо мной тот чувак у сдачи могла найти, я думал, все, она сейчас прям нахуй все пошлет и порвет мои купюры сейчас просто и уйдет домой. Ну потом, да, все-таки. А потом кто-то принес, типа, мой заказ. И она такая, мне такая, ну, другая девушка. А эта девушка стояла, и у нее очередь никого не было. Она говорит. Она совсем, что ли? Вы же кофе, да, еще просили? Я говорю, ну да. То есть она еще, да, не полностью без энтузиазма, она все-таки полила, что мне что-то не принесли. Сказал, ей принесли кофе. Тут на этом серваке всех кикают, по нотрейде прямо сразу все, видишь? А, я на автомате нажал, слава богу. Одного, кстати, закикали прям. Закикали, да? Да, да, одного при мне прям закикали. Я даже сам участвовал. Ну вот при мне, да, два раза успешно закикали, это на одном сервере в один день было, это когда вот вообще вот эти, которые бесили всех чуваки, который опять повторно потом заходил, он пока модератор не зашел и забанил его уже, наконец понял, что все его кикают постоянно, он опять заходит сразу после этого. Банить только получается, ты закикни, в нормальных играх кикаешь, и ты не можешь зайти, ну хотя бы 5 минут, там 10, а тут получается сразу можно зайти обратно. Ник можно поменять, причем, да, тоже, и все, и обратно зашел, картиночку еще, если хочешь, вообще прям, и все. А в этих, да, потому что Left 4 Dead еще... А Left 4 Dead вообще причем фишка, я причем не знал, это чувак мне, с которым мы играли, сказал потом, и я такой, ого. Короче, тот, кто у тебя в блэк-листе, ты не можешь с ним играть на серваке. Да? Да, вообще классная фишка. То есть в тиме в черный список добавляешь, и все, вы с ним больше не встретитесь. То есть либо ты на сервер будешь заходить, у тебя ошибка будет, либо у него. Ну, смотря, кто заходит. Офигенно. Там будет написано, что у кого-то вы из играющих в черном списке, все. Прикинь, так поддобавляешь людей в черный список или тебя поддобавляют, и ты вообще никогда ни с кем сыграть не сможешь, просто потому что ты в списке. Прикольно, да, мне тут не очень понравилось. Что если больше в жизни не хочешь этого человека видеть. Ну там да, в лефте это что там, 8 человек максимум в серваке, а тут он сколько? Серваков-то всего раз-два. Тебя занесут, так и ты никогда не сможешь поиграть. Ну да, да, да. Просто из-за одного канала. Бля, меня ебашит это тут. По-моему, это как раз вот этот. Да, это Джефф Зисквит, он сам ебашит, да, он, блин. Я его даже не трогал, он не берет, ебашит прям специально. Еще жалуется. Сейчас я вроде ебу теперь, если я его уберу еще раз. Болтаю, вот не особо. Давай, давай, ты сосредоточься на Джеффе пока. Да, я его прям сейчас, может, даже подождать, не знаю. Каким он там едет. Ну, он на 13 секунд встает, мне кажется, ты его догонишь сейчас на круг. Ну, не сейчас. Скотина такая. Потому что, когда я болтаю, я вроде ни в кого не въебаю, все торможу, все.